Начинаем игру прохождения. Пойдем. О, вот этот вот. Колодец Иди. Perfect. Идеально. Perfect. Hey. Hey, I killed a flower. Убил цветок. It's a gift. Thanks, but спасибо, но лучше оставь себе. Anyway, we're looking for wretch nests. В общем, нам нужно зачистить гнезда. Пойдем, 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 пойдем. So dark down here. Let me fix that. Wretches! A nest of them! They're everywhere down here! I've got you! Yama! More torches, we'll be able to see, clear them out, and grab what I need from them. Да. Let's do it. You lead, I'll light the torches. Ты веди, я буду зажигать. How you doing, champ? Как ты, воин? I got this one. Whoop. So much cooler down here. You should visit Midgard. Let me know if you see any more torches. I'll light them so we can keep moving. Нет. А! Ага. Smells kind of funky. Like old. Да, 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 да. Так. Hard not to get lost in here. Да, тут легко заблудиться. Понятно. Туда, значит, надо. Это можно дойти только через чего-то.
think we're close to another nest. This'll help. We can see again. Два из четырех разрушили. Пойдем, пойдем, пойдем. Так. Мы пошли вот сюда, да? Тут вот есть вот еще. You were saying? Ладно. Нет, мы пойдем вот сюда, да?
это вот загорелось. Да, тут ничего особенного-то нет. Ладно. Ты ёпа твоя! Да ёпа, раз ты нажалась сама по себе. Ну ладно, чушь. Нажалась и нажалась. Be careful. These nests aren't just down here. They can be up on higher paths. Got it. This'll help. Tiapa! Так, мы поосторожнее играем, да? Сейчас, секундочку.
Итак, начинаем, продолжаем, дорогие друзья. Так. Осталось еще один найти, да? Ага. I have an idea. What if you came with me? Where? Midgard? The other realms? Anywhere. I don't think that's a great idea. My animals need me, but it's sweet of you to offer. Так, ну это выход, да? I think there's another one nearby. I got this one. I hear Ness close by. Just need to find a way to get to it. Nicely done. Thanks. Feeling any better? A bit. Let's head back. Так. Теперь нам надо до сундука добраться. Не забыть сундук. Там сундук есть. Нет, я пока сундук тут. Сундук мы не должны, его должны подобрать.
Так. Угу. Подождите, подождите. Тут должен быть сундук. Так, это не этот. Нет, 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 подождите, а где тут был уже сундук? Так, подожди, я что-то не понял. Тут же был сундук, до какого я не мог добраться. Ага, вот он. Так, мы до него как-то должны добраться, правильно? А до него надо добраться край. Там есть спуск к нему, ты видел? Буду искать. Потому что там есть та вещь, которая мне очень нужна. Это загадка, как туда дойти. Вон она, там есть спуск. Да мне не хочется 5 раз сражаться, и потом так туда и не попасть. Интересно. Потому что мы сейчас выйдем, и все, и она пойдет, и пойдет, он и пойдет, и назад в колодец не вернется. Ну-ка. Вот так. Во. Что тут нам дадут? Рунная мощь, коготь потомка великого ястреба, наделенного руническими свойствами. Ну-ка посмотрим. Жалящий залп. Рунный призыв. Нет. Способность лучника. Жалящий залп. Нет. Рунный призыв. Ладно. Аксессуар. А.
Рунная очистка. Понял. Нет, жаль. Favorite color? I'm supposed to pick one? Должно быть только один. No. No, I got this. Нет, синий. Wait. Maybe green? Yellow is also so good. Хотя желтый, красный тоже. Да все мне нравится. Forget about red. Теперь сейчас нас будут дубасить. Сейчас мы попадем на такое г. Попадем на такое, нас сейчас будут бить. Ну как получится, в общем-то. Готов. Ты сука, ты! А, ты ёбаный в рот, блядь! А, ты, блядь, что-то привязался, ты, блядь, сука! А, всё, пиздец. Сдыхай, нахуй. Сука, блядь. Ну прилепился опять, все, нахуй, подох. Сейчас буду долго подыхать.
Пошли, подыхальщик, бля. Победил. You okay? Yeah. You? Ready to be out of here. Способность лучника, чтобы замножить Let's head home. И выпустить три усиленные стрелы. Понял, где нам да. Ну, то так вот еще ничего. Так вот еще ничего. Я думал, что нашу судьбу это что-то изменит, но я остался собой. У тебя было так же? Ты всегда будешь, Локи. Главное смириться с этим. А ты смирилась? Я думала, да. Ну хоть так прошли. Ну хоть так прошли. Back the way we came? No. Да, мои друзья, да. It'll be quicker. Пойдем мимо колодца. Пойдем. Пойдем, Арнгбода. Пойдем. 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 О, я хотел спросить, твоя мама бывали видения? Все великаны видят будущее? Некоторые, во снах. Как раз мне снился Тор. Сам был сам, пришел в наш дом. Серьезно? Yeah. Да и не говори. Сейчас нас тут. What are those? Что это? Fireflies? Светлячки. Are they dangerous? Они опасны? That's adorable. Какая прелесть. Kind of nice. Yeah. Симпатичная. Угу. Ну посидим, Perfect отдохнем. Time. Ты о чем? О, вау. О, вау. I know things have been. Я знаю, все было очень странно во многих смыслах, но. I'm glad you came here. Я рада, что ты пришел. Me too. Я тоже. Летают. Красота. Глянь, какие светлячки. Ляпота. Видал вон эти старикозы.
волшебная. Ну что, ребят, полюбовались природой. Пошли на новые это самое. Пойдемте. So now that I know how to get back here. Раз я знаю, как сюда попасть, я могу прийти в любое время. When? Когда? Не знаю. After things когда calm все down. Трясется. As in, after то есть после Рагнарёка? Yeah. Sure. Ладно, вряд ли я тогда буду занят. Вряд ли я буду занят. Давай, крошка, ты справишься. Так ближе. Давай, Яла, я в тебя верю. I believe in you. Let's give Yala a break. Еле надо отдохнуть. I meant what I said before. Ну вообще-то я серьезно. Насчет рисунков. Они хороши. Are you trying to cheer me up? Пытаешься меня подбодрить? Yeah. Да? Is it working? Ask me again and... About damn time. Oh, look at that. Shut up. Too late to work now. Уже поздно скулить. Now. Да. Эх, пацан, пацан, да ты дохляк там тебе одним этим. Who was that? Что это? Грила. Грила. What's wrong with it? Что это с ним? I can't feel anything. There's nothing to feel. Нечего чувствовать. Грила whispered its soul away. Грила забрала его душу. You know where she lives? Знаешь, где ее дом? What are you gonna do? Что ты задумал? I've buried enough wolves. Надоело хантелку. Follow me. Иди за мной. Освободите волка из плена Грила. Watch out! These creatures are fast! I got that! Get off her! Подожди, а как же я уже и забыл-то, как этот стреляет-то? Как способность лучника-то вызвать? Помощь. Нет, ну характеристики понятно.
Как она вызывается-то? Ну-ка. Навыки. Так. Так, назад и нажмите R1. Выполняя уклонение. Выполняя уклонение. Чтобы провести атаку в прыжке. Так, сюда. А вот сюда. Быстро настигнуть подвижного врага. Сейчас мы давай сохранимся. Грайла, please don't do anything drastic. Why? She's my grandmother. What? She wasn't always like this. When she learned my father wouldn't do anything to avert his fate, she changed. I see. Ясно. Ясно. Грилла, так, несколько... Но похожих оценок отношений с Ингрбодой. Напряженно, не такие, как были у нас с отцом до путешествия, скорее в том смысле Грилла сделала что-то нехорошее. Отец отказался перечить судьбе, Грилла изменилась. А перед этим мы встретили животное, лишенное души. Так.
Так. Looks like we'll need to find a way through. Похоже, найти придется другой будет. Так. Навыки. Ну вот я вот думаю, какой лучший навык-то взять. Вот этот вот. Чтобы дотянуться до врага. Или на отскок. Вперед и щитом. Ну давай вот этот возьмем, а там посмотрим. Ага, понял. Can you see anything on the other side? Looking. Тут коротким выстрелом надо одной стрелой бить. Ага. Не, слушай, а вот эта штука неплохая на подтягивание. Хочешь узнать о своей матери? Она целую жизнь прожила тут, прежде чем родить меня. А я ничего об этом не знаю. Про чего? Я ничего не слышал о ней. Твоя мать покинула великанов задолго до моего рождения. Слушай, а неплохая это... Так, где ты, ласточка-то? А, вот она. О! Ага. Так. Так, 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 так. А штука-то неплохая, глянь. Вот это, подтягиваться-то. Тут
То есть ты подлетаешь к нему и прям весьма и весьма недурно, да. Лата, go! This is Грайла's home. Это дом Грилла. Но внутри могут быть и другие ловушки. Вот и дом бабушки. Ну, сейчас мы тут сохранимся на подходе. Наверху есть другой вход, но надо придумать, как туда добраться. Ага. Ну вот мы возле дома бабушки, да? Чудесно. Погоди. Зачем Грилле понадобились души зверей? Чтобы пожить их мгновениями, познать свободу. Бежать навстречу ветру, никаких тревог. Было бы кого съесть и где поспать. Но все это иллюзия. Ну, давай. Так, ну вот возле бабушки, да?